Перед началом данного видео рекомендую вам подписаться на 4 потрясающих канала. Первый канал — это репетитор математика и информатика. На этом канале вы найдете решение задач по ОГЭ информатики. Также вы найдете здесь видеоуроки по программированию, которые очень интересны и просты в освоении. Второй канал — это канал моего друга Херобрайн 2015. Этот канал посвящен моделизму, где и начинающий, и специалист, каждый найдет что-то для себя. Также он отвечает на вопросы зрителей. Также на его канале присутствует прохождение игр. Он проходит их один или же со мной. Третий канал — это канал Фиол. На этом канале вы можете увидеть прохождение мобильных игр. Все максимально круто, максимально интересно. Четвертый канал — это канал моего брата Белый Мишка. Он только начинает заниматься Ютубом, поэтому поддержите его. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, DM544, и мы продолжаем проходить игру Max Payne. Последняя игра. Да, рэп все хуже и хуже с этим хромакеем. Извините, ребята, я пытаюсь его починить, но пока не выходит. Пока. Кто их всех перестрелял? Осторожнее с ружьем, леди. Детектив из 304-й? У меня есть еще одно. Хотите? Я не хотела стрелять, но он не оставил мне выбора. Это мой дом. И у меня... Ладно, покажите мне это ружье. Заходите. Сейчас, ребята. Я беру что-нибудь. Он мне уже прям на лице пятна выдает. Все. Думаю, больше таких проблем не будет. Игра, запускайся. Спасибо. Не за что. Хулиганы, а когда-то это был хороший квартал. Он сам вломился, вы же видели. Видели. Даже дверь можно было не запирать. Эти времена давно прошли. Я не поставил, да. Извините, ребята, тут кое-что настраивал. Запритесь и не открывайте никому, кроме полиции. Уходите! У меня ружье, и я буду стрелять! Боевая соседка. Надо будет что-то сделать. Ну, рябь жуткая, но мне с ней ничего не сделать. Дверь была забаррикадирована с другой стороны. Хоть патрончики пособираем. Ну тогда
Да, упасть не составит труда. Чего? Вы хотите, чтобы я прыгал? В прошлой части паркура не было, затем добавили в эту. Вот. Это я уже туплю. Наверху на карнизе, он там. Еще и жахуй. Таким образом по ним достает ружье. Все. Но ранений нет же было на место. Уэндерсон? Это Макс. Я дома. Здание штурмуют уборщики, и они явно ищут меня. Их целая толпа. Мне нужна помощь. Макс, давай, держись. Мы уже едем. Мы вытащим тебя. Давайте скорее. Не меняли вы случаем? Нет, я... Это так сложно. Милей. Милорд. Нет, нет. Включи обратно, а то они услышат. Они следят за мной. Они слушают, они за всеми следят. Останьтесь. Милорд. Если выключить меня. Телевизор, они услышат. Миледи. Передача. Передача им мешает. Нет, миледи. Включи обратно. После рекламной паузы вы увидите новую серию фильма «Лорды и леди». Для слепых каждый знает, что видеть и видеть. Гафман хочет, чтобы все было шито-крыто. Давайте найдем этого парня. Что-то я рассчитывал на другой. Давайте найдем этого парня, хлопнем его и потом. Блин, как же тяжело здесь играть даже на маленьком, на самом слабом уровне сложности, по крайней мере для меня. Как мило с вашей стороны, юноша, проведать старую даму. Я просто проходил мимо, мэм. Какой славный юноша. Не то, что те наверху. Они говорят, что делают ремонт, но что-то там слишком тихо. А мне выписали таблетки. У меня болела нога, но сейчас уже все прошло. Возьмите их, дорогой мой. Вам полегчает. Они в ванной. Если уж вокруг столько уборщиков, то здесь могло бы быть и почти. Я слышала, как они разговаривали в коридоре. Ходят, нос везде суют. Помню, как мы с моим Беном летом в деревню ездили. Или я это по телевизору видела. Где у нее у бабульки ванная, а? У вас закрыты все двери. Мне идти некуда.
Да как так-то? У вас. Вы добрый человек, вы. Она упала. Ну откройте дверь-то. Извините, ребята, это у меня. Ну-ка, может здесь? А, упал. Мило с вашей стороны, юноша, проведать старую даму. Я просто проходил мимо, мэм. Какой славный юноша. Не то, что те наверху. Они говорят, что делают ремонт, но что-то там слишком тихо. А мне выписали таблетки. У меня болела нога, но сейчас уже все прошло. Возьмите их, дорогой мой. Вам полегчает. Они в ванной. Если уж вокруг столько уборщиков, то здесь могло бы быть и почти. Я слышала, как они разговаривают в коридоре, ходят, нос везде суют. Помню, я нашел убежище снайпера, бленом, битком набитой аппаратурой для наблюдения. Они следили за мной целые дни, недели. Эх, я промотал, ну, случайно. А, так что мне... Парюсь-то. Видеть, по-моему, быстрая загрузка. Снимите их, дорогой мой, вам полегчает. Нет! Снимите их, дорогой мой, вам полегчает. Они в ванной. Я нашел убежище снайпера. Битком набитой аппаратурой для наблюдения. Они следили за мной целые дни, недели, возможно, даже месяцы. Каждое мое действие записывалось и анализировалось. О таком доказательстве мечтает каждый параноик. В деревню ездили. Или я это по телевизору. Дом там, увидела. Где тебе хорошо. Все просто. Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бабу за секунду до взрыва. Когда-то давным-давно в пригороде стоял дом. Он откроет дверь, и тут бабах! А теперь от него ничего не осталось. Мне не нравилось, как эти уборщики делают свою работу. Оно само и бабахнуло. Оставьте мне сообщение. Эй, где тебя носит? Опять опасно. Слушай, это отмазка про бессонницу, стара как мир. Я знаю. Не хочу слушать ничего по этому диктофону. Патроны все перезаряжены. Это... Остановите, Пейна! Готов? Готов. Мне вот это дай, ага. Там посмотрим. Боже мой, боже мой, боже. Выходи, выходи. Всего хорошего. Тебе не скрыться. Держи подарочек.
Такие наглые люди. Дверь заперли. Откройте, есть кто? О, у меня откуда-то было одно обезболивающее. Чтобы пройти, мне был нужен код. За дверью были большие квартиры. Специальные, а не улучшенные планировки. Это психи! Помогите! Они хотят убрать меня! А. Это психи, помогите. Они хотят убрать меня. Это психи, помогите. Они хотят убрать меня. Лови! Нет! Трус! Спасибо, парень. Ты меня спас. Они забаррикадировали дверь снаружи. Ужасные времена настали. Диктатура уборщиков. Точно. А другой выход есть? Через крышу, как голубь. Тебе нужен код от седьмого этажа. Его Эд знает. Ну, Эд, дворник. Бедный Эд. Эти безумные уборщики портят ему все дело. Это не дома, лабиринт какой-то. Полиция Нью-Йорка. Мне нужен код от двери седьмого этажа. Да, да, я его знаю. Сейчас. А, вот. 667. Сразу за числом зверя. Понял? Понял, понял. Вот хорошо. Оставайся здесь. Ладно. Молоко стрелял, попал. Что мне там что шлется?
нелюди. Пиццу доесть не дали. О! В движущемся леднике с каждым новым выстрелом появлялась новая. Это ж та бабулька. Вроде бы. Может быть и нет. Бедная. Не, отсюда я пришел. Нет. Значит, нужно уходить от бабульки. А, и там же, которую я застрелил, было открытое окно. О. Тихо, 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 тихо. Оп. Я прям как. Вниз. А откуда? Ну, вниз, так вниз. То ниже, то выше. От взрыва начался пожар, но языки пламени не могли сжечь мое прошлое. Наоборот, тени за спиной все росли и росли. Мимолетное видение. Мне нужно было спуститься на улицу. Давай. Пошли на улицу. Чё? Не дайте ему уйти! Ты тронул! Вот дерьмо! Нет! Лови! О, нет! Мать! Понятно, откуда я обезболивающий нашел. Понятно. Давайте-ка пистолетиком постреляю пока что. Сейчас не можем пойти вверх, пойдем вниз. Здесь прошла Мона, оставив за собой след из мертвых уборщиков. Помогите! Пожар! Пожар! Спасибо. Я твой должник. Тут-то и пойдет веселье. Не бойся, я тоже служил в полиции, как и ты. Ладно, иди за мной. Пожалуй, тебе лучше остаться здесь.
Хорошо. Прикрой меня. Понял. Бывших полицейских не бывает. Мне интересно. А вот того парня с прошлой части можно было спасти? Чёртовы! Здесь люди! Сукины дети заперли дверь! Ты пришел меня спасти? Что-то вроде того. Надо выбираться отсюда. Если потушишь пламя, то сможешь вылезти через окно на третьем этаже. Девушкам иногда приходится постоять за себя. Меня зовут Вайолет. Вайолет, милая, я твой мужчина. Снова. Чё, реально? Куда? Газовый вентиль был в подсобке. Пожар на третьем этаже больше не помех. Понял. Не, это сейчас затянется, но что делать? Неужели тех твоих убило? Храпкаться. Так, откуда прыгать будем? Отсюда и будем. Эй, делай свое дело. Ноу! Не опять через весь балкон. А? Ну все, я вас уничтожу. Делай свое дело. Нет, ты что ж ты. Все, я понял. Аккуратней. Я человек, ходящий по карнизу. Вот я как этот.
Надеюсь, они там что-то сделают с ними. Пока я лезу наверх. Пусть стреляются там. Ребят, труба-то мешает. Только не говорите мне, что мне надо прыгать. Хоть не умер. Нет, нет, нет. Сейчас, ребят, минуту. Нет. Все, ребят, я тут. Продолжаем. Капец, занавеска мешает. Занавеска. Все, это я уже. О, труба. Да меня убьют, у меня хп нифига. У меня хп нифига нет из-за того, что я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мастер, не потерял хп. Штурмовали твою квартиру? Ты бы еще в яслях погром устроил. Что дальше будет? Набрал охапку стволов, одурел от компьютерных игр и устроил, понимаешь, тир на дому. Что вообще творится? Он имел в виду со мной. Забот у меня хватало. Уборщики на хвосте, да и Мона. Владимир Лем сказал, что за убийствами главарь бандитов Винсент Ганьити. Он в сговоре с кем-то еще, может, с уборщиками. Не знаю, что-то не сходится. Если так, я теперь у Ганьити в списке. Я чуть не соврал бравуре. Внутренне оправдывался, что хочу первым без помех изучить улики, но это была просто отговорка. Встреча с Моной меня проняла насквозь. Пора было это признать. Сделалось важнее, чем задание. Она меня искала, оставила номер. Опасно оставлять номер в участке. Отследи звонок. Он окажется из Гонконга. Уэндерсон. Я дам свой адрес. Только хвоста не приведи. Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей. Туннель страха. Она жила в старом павильоне ужасов. Его построили по какому-то телесериалу 90-х и забыли сразу после окончания сериала. Так, ну что ж, ой. Вот так, чтобы не переживать. Ну что ж, на этом мы закончим данную часть. Всем до свидания. С вами был я, Демпи44. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что я их очень люблю читать, а вам их написать одна секунда. Ну что ж, всем до свидания, всем пока-пока.